Чемпионка мира Анжелика Сидорова и ее наставник Светлана Абрамова номинированы на национальную премию Минспорта России. Министерство вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называют лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей будут отмечены спортсмены, тренеры, представители средств массовой информации. Также определяются лучшие спортивные сооружения и субъекты федерации, благодаря которым спорт в России становится популярным и привлекает внимание миллионов людей. Народное голосование за номинантов премии начнется завтра, 15 ноября, на официальном сайте Национальной спортивной премии. Имена победителей объявят на торжественной церемонии 12 декабря.